Привет, я Даша, и мне пришла сегодня посылочка. Вот такая вот мазь пусенькая, это косметика. Я тебе сейчас буду ее показывать и сама заодно радоваться. Как я заказала эту посылку? Началось все с того, что мне захотелось коричневую подводку. Я решила вместо обычной взять гелевую. Вот я пробовала эйвоновскую, но она мне не угодила. Категорически просто не угодила. А тут все хвалят Essence, и я решила заказать. Но первое, что я увидела в своей посылке, это не гелевую подводку, а кисточку. Она у двух концах. Есть такой очаровательный пакетик, он так вот на молнии открывается. И, собственно, этот я могу вот использовать этот пакетик под что-то. Кстати, давно искала что-то, в чем я могла бы носить с собой ватные палочки. Ура! Кисточка у меня от фирмы Catrice. Я, во-первых, очень давно хотела вот такого плана кисть. То есть говорят, что очень удобно ее подводку наносить, но я долго-долго удерживалась от покупки подобной кисточки. Не удержалась я после видео Машеньки. И тем более кисть, которую я приобрела в Эйвоне для гелевой подводки, она меня тоже не устраивала. И когда я увидела, что у Catrice есть вот такая вот кисточка о двух концах, с одной стороны с этой для гелевой подводки и с этой для обычной подводки, я просто, конечно же, я не могла удержаться и не заказать эту кисточку. Что мы имеем еще? Вот она, подводочка, ради которой я заказывала. Вообще всю эту посылку оформляла, она от фирмы Catrice. Странно, все хвалили Essence, а я взяла Catrice. Там, по-моему, не было Essence в нужном мне цвете. Кстати, о цвете. Это у нас номер 020. Видно? Походу не видно. Ну ладно. Я же звучила. И вот такого она плана. То есть такой, ну я не знаю даже, как описать этот цвет. Но камера вроде передает верно. Да, она его передает верно. Сейчас я попробую кистью нанести на руку. Вот так вот этот цвет выглядит на руке. То есть вот тонкая линия, потолще. Да, как будто ты без меня этого не поняла. Однозначно лучше Эйвона, хотя я на очах своих еще не пробовала наносить, на очи свои. Подводка я довольна, как цветом, так и качеством нанесения. Хотя... я ее все-таки заказала. Тушь. I love extreme от Essence. У кого-то я слышала положительный отзыв о ней, я ее заказала. Тем более я сейчас в поисках хорошей туши. От Maybelline я отказываюсь. К сожалению, кисточку показать я тебе не могу, потому что тогда начнет затикают часики, которые измеряют срок действия. Вот, а к ней я приступлю не скоро, потому что я еще свою текущую тушь не расходовала, к сожалению. Скорее бы закончилась, она мне не нравится. Вот, так что тушь, извини. Но кисточку я тебе не покажу. Пришла просто моя мечта. Я как увидела эту вещь на сайте, я сразу же захотела ее иметь, потому что, да, эту вещь я хотела иметь очень-очень давно, но никак не могла его найти. А именно, я хотела лак для ногтей нюдового такого оттенка, такого телесного, может быть, даже чуть светлее. Он, в принципе, пришел светлее, чем я ожидала, я думала, он будет темнее. И чтобы поверхность непременно была лакированная. Ну, это глянцевая. К сожалению, ни на чем не могу показать тебе цвет, но и на кожу же носить в самом деле. Ладно, в одном из следующих
своих видео, ты, скорее всего, увидишь этот цвет у меня на ногтях. Кисточка здесь, посылочку только что открыла, поэтому я еще не знаю, удобно, неудобно, но она достаточно такая широкая. Вот так, такая вот, шире, чем обычно кисти для лака бывают. Так, это у меня опять Катрис фирма. Написано Ultra Matte Nudes, ультра матовый нюдовым. Да, и оттенок у меня это оттенок там где? 0,20. Не перейдет на этот номер, на 0,20. У меня гелевая подводка для глаз 0,20. У меня лак. Так что я очень-то всем довольна. Я тебе хочу пожелать, чтобы ты получала удовольствие от малейшей мелочи, ну и вообще будь счастлива. Пока, с тобой была Даша.